Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас знает, насколько богат русский человек теми, кто был до нас, той классикой золотого века, серебряного века, поэтов, писателей, музыкантов. И так много талантов, которыми славилась Русь. И сегодня мы живем в 21 веке и видим таланты, но так хочется иметь тот же богатый цвет, который был раньше. И мы хотим данными программами не только прикоснуться к тому, что было в истории, но воскресить и дать движение жизни уже в новом поколении. И Дух Божий нам поможет это сделать. Поэтому мы не только дотронемся до золотого, до серебряного века, а мы достанем оттуда ту драгоценность, которую принесем в Божье присутствие и размножим Духом Святым. Потому что у Бога в Его Духе есть способность животворить. И поэтому мы хотим воскресить тот потенциал, который ушел раньше времени. Мы знаем, как много поэтов ушло в самом рассвете своих сил. Значит, потенциал не был реализован. И сегодня у нас с вами есть возможность его возвратить в русскую душу, в сердца, открытые перед Богом. Мережковский. Справка. Дмитрий Сергеевич Мережковский. Родился 14 августа 1865 года, Санкт-Петербург. Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. Мережковский, яркий представитель Серебряного века, вошел в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра – историосовского романа, один из пионеров религиозно-философского подхода к анализу литературы, выдающийся эссеист и литературный критик. О, если бы душа полна была любовью, как Бог мой на кресте, я умер бы любя, но ближних не люблю, как не люблю себя. И все-таки порой исходит сердце кровью. О, мой Отец, о, мой Господь, жалею всех живых в их слабости и силе. В блаженстве и в скорбях, в рождении и могиле жалею всякую страдающую плоть. И кажется, порой у всех одна душа. Она зовет тебя, зовет и умирает, и бредит в шелесте ночного камыша, в глазах больных детей, в огнях зарниц сияет. Душа моя, и ты, с тобой мы одни. И смертную тоской и ужасом объятый, как некогда с креста твой первенец распятый, мир вопиет, лома-лома совых вони. Душа моя и ты, с тобой одни мы оба, всегда лицом к лицу. О, мой последний враг, к тебе мой каждый вздох, к тебе мой каждый шаг. В мгновение блеске дня и в вечной тайне гроба, и в буйном ропоте тебя за жизнь кляня, и все же знаю, ты и я одно и то же, и вопию к тебе, как сын твой. Боже, Боже, за что оставил ты меня? Господь, я благодарю тебя, что ты не оставляешь нас в одиночестве, даже если нам так кажется. Поэтому прости за каждое неправильное обвинение, неверное слово в твой адрес каждого жителя земли, но Мережковский был честен и говорил то, что он чувствовал, что переживал. И многие люди сейчас могут находиться в похожем состоянии души своей с тобой, потому что дух наш вышел из тебя, и он не может быть удовлетворен без тебя. И я молюсь сейчас о людях, населяющих планету Земля. Дай, Господь, прозрение глазам и дай понять и увидеть, что ты готов выйти навстречу каждому, кто тебя зовет.
О гад, Сапира Парафродос, о гад, Лавита Курафат, Липина, Плода, Сали Лодос, Ливарта Крут, Равита Клодос, май гад, Рапанда Суликлайт, май гад, Атайт из Экт, Ликира Фури Райдер, Липина Фрат, Равита Крут, Лавита Клайдер, Камина Плат, Сапира Фрутес, Аливарт, Рапита Крайт, Ливина Кродос, Малевардос, Ливина Крайда, Лиги Скрет, Ливира Прут, Савира Плайдос, май холи Канту Виталейс. Камина Крудас, Антаветер, Ревита Крут, Равита Пласт, Липина Глада Суливетас, Левита Кродас Аливендер, Рапана Супер Калавайс. Боже, я благословляю. Благословляю то, что могу сегодня видеть очами своими. Это жители земли. Это все то, что окружает нас. И благодарю Тебя за имя Твое, которое мы носим на своих челах, чтобы нам быть проводниками Твоей воли, исполнителями Твоих определений, чтобы нам быть сильными Твоим духом, крепкими Твоим словом, окруженными Твоими ангелами. Я благодарю Тебя, что все это Ты приготовил для нас и для тех, кто знает Тебя на этой планете Земля. И пусть более и более становится таких людей во имя Иисуса Христа. Аминь.